Вот уже много лет подряд ежегодно в апреле учащиеся и преподаватели 10-й школы собираются на траурную церемонию в память об Андрее Юбко, выпускнике школы, который в 1995 году погиб смертью храбрых при исполнении своего служебного долга в Чечне. Он находился в служебной командировке и в одном из боев пулеметным огнем прикрывал отход попавших под обстрел товарищей. Указом президента Российской Федерации Андрей Юбко был удостоен ордена мужества посмертно. Ребята, которые здесь сегодня, это 4, 5, 6, 7, 8 класс, каждый раз вы меняетесь, ребята, и каждый раз мы говорим о том, что совершил Андрей Юбко, что он совершил героический поступок, который достоин подражания. Он для нас всегда будет примером, и для вас, детей, и для нас, взрослых. Он тоже находится у нас в списке боевого братства, так как он был защитником нашего Отечества, нашей страны и нашего государства. Он погиб, защищая всех нас, а прежде всего наше молодое поколение, которое сейчас мы с вами здесь видим. Мне бы хотелось выразить слова благодарности вами, Андрей Николаевич. Елена Алексеевна сказала, что, конечно, мы не можем Андрея вернуть. Но мы всегда будем помнить о нем. В память о герое на траурной линейке была объявлена минута молчания и прошло торжественное возложение цветов к мемориальной доске. В завершение мероприятия кадеты отряда «Каскад», носящего имя Андрея Юбко, продемонстрировали приемы владения оружием и показали свое умение обезвреживать противника в тренировочных схватках. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».